детские народные песни, хоровое мастерство, частушки. С такой программой встречали гостей в Доме культуры «Солнечный». Участники концерта «Околица собирает друзей» посвятили свои выступления Великой Победе. Сегодня мы представляем военную программу. Весь концерт наполнен такой патриотической тематикой. И мы решили подготовить сегодня такой военный блок песен. Песни совершенно разные и по возрасту, и по содержанию. Организаторы уверены, военные песни очень важны для патриотического воспитания молодого поколения. Большинство артистов, выходивших на сцену в этот вечер, – дети, подростки, молодежь. Артисты образцового коллектива «Теремок» добавили фольклора в концертную программу, исполнили задорные частушки и показали небольшую театральную постановку. Ивану 12 лет. 5 из них он занимается в театре. На сцене старается экспериментировать. На этом мероприятии я играю роль деда в постановке «Репка». Эмоции, ну то есть кажется, что выступаешь раз сотый, но все равно как-то иногда страшно, то есть во время выступления, то есть когда что-то получается или не получается, то есть разные эмоции, радость или удивление. Концерт прошел на одном дыхании, признавали зрители. Одинцовские коллективы «Околица», «Заряночка», «Теремок» и «Кубарь» порадовали зрителей своим творчеством и никого не оставили равнодушным. Екатерина Крамер, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».